Всем привет, ребятки, с вами Влад, и я сегодня вам расскажу, как поставить любой ENB на версию 1.5.3, любой, ребят. Нужно будет скачать этот файл, я залью его на Яндекс.Диск. Сначала, что нужно сделать? Нужно открыть папку с GTA. Сейчас мы ее откроем. Так, вот она, GTA. Теперь внимательно, открываем любой ENB, любое, какое вы хотите, каким вы раньше пользовались. Берете все, копируете, вставляете в папку с GTA. Так, вот сейчас зальется ENB. Вот залилась ENB. Теперь открывайте вот этот файл, который я залью на Яндекс.Диск. Китайский винрар. Теперь заливаем эти два файлика сюда же. Если она просит замену, заменять. Если нет, просто так заливать. Все. ENB уже установлено на 1.5.3. Любой ENB, ребят. Сейчас я вам покажу, как это в игре, на что работает. Ну вот, ребят, мы зашли в МТА. Смотрите, нажимаю Shift Enter. Вот ENB-шечка. Вот. Сейчас зайду и на Сережу, покажу, как оно работает. А, кстати, сейчас покажу, что это версия 1.5.3. Видите? Заходим на сервак. И вам покажу там. Ну вот, ребят, я зашел на сервер. Сейчас нажимаем Shift Enter. Вот, высветится такое окошечко. Нажимаете вот тут галочку. И вот тут вот. Все, ENB включено. На версии 1.5.3. Вот, видите? Отражение. Давайте сейчас выключу его. Смотрите. Видите? Нету такого отражения. Нажимаю Shift Enter. Включаю. Вот ENB работает. Сейчас первого лица включу. Вот оно. Смотрите, даже фары какие. Видите? Смотрите, сейчас его выключу. Что-то пишешь. Видите, сразу какая стала. Вот как сейчас. ENB работает на версии 1.5.3. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.